А 24 апреля – воскресенье. Для тех, кто следит за своим здоровьем, интересная лекция о гомеопатии. Ее проведет опытный врач-гомеопат медицинского центра ЦМД Наталья Нагай. О секретах гомеопатического лечения в репортаже Евгении Цветковой. Сощупьте глазки, пожалуйста. Кто-то любуется, как распускаются почки, а Ирина спешит в аптеку. Каждую весну одна и та же история. Глаза слезятся, а нос не дышит. Типичные признаки аллергии. Причина реакции так и не установлена. Родители посоветовали показаться гомеопату. У меня папа вылечил гайморит, довольно-таки сложное заболевание. И я решила тоже обратиться к гомеопату. Вся картина моего здоровья, все мое состояние рассматривается. То есть это очень индивидуальный подход. Гомеопатия – альтернативный метод лечения, известный с древних времен. Травы, минералы и продукты животного происхождения – таков набор гомеопатических средств. В основе рецепта – сверхмалые дозы и подбор вещества по принципу подобия. По словам гомеопатов, задача не просто снять симптомы, а выявить причину болезни и заставить иммунную систему работать в полную силу. По сути дела, гомеопатия регулирует защитные ресурсы, защитные механизмы человека. И, может быть, этим она и уникальна, что это регулирующий метод терапии, не имеющий возрастных ограничений и допускающий свое применение у таких групп населения, как пожилые люди, беременные женщины, дети. Но все-таки главный секрет гомеопатии в индивидуальном подходе. Для каждого пациента подбирается свое лечебное средство с учетом наследственности, физиологических и психологических особенностей. Подбор лекарства – кропотливая работа, требующая времени. Осмотр, опрос и длительное динамическое наблюдение – это ни в коей мере не говорит о том, что человек становится заложником гомеопатии. Длительное наблюдение говорит о том, что мы наблюдаем состояние восстановления здоровья. Простейшие гомеопатические средства, например, травяные сборы, есть в каждой аптечке. Однако использовать их нужно правильно. Для этого обязательно советоваться со специалистами. Основы гомеопатии можно получить в медицинском центре ЦМД. 24 апреля в 13 часов всех желающих приглашают на лекцию. Будут даны простые практические советы врача-гомеопата, которые вы непосредственно можете применять у себя дома в домашних условиях. Центр находится по адресу улицы Гагарина, дом 4/10, напротив здания «Элегант». Евгения Цветкова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.